Наша следующая, ребята, миссия. Давайте отправляться дальше. Плавно продвигаемся к Берлину. Все самые значимые операции. Немеген, Нидерланды. Операция САД, 17 октября 2004 года. Десант. Все у нас новые опять задачи. Если мы преуспеем, возможно, сможем вернуться домой к Рождеству. Теперь внимание. Операция САД требует от десантных сил захвата нескольких ключевых мостов на дороге в Арнему. И это рискованный план, который не выдержит никаких ошибок. Наш мост находится в городе Немеген. Мы должны защитить данный город, а затем захватить этот мост. Немцы скорее взорвут мост, чем отдадут его нам, поэтому должны найти и обезвредить все немецкие подрывные оборудования. Несмотря на тяжелую бомбежку, среди противников все еще есть бронетехника. Итак, разберитесь с этой угрозой в секторе. Вы высадитесь на территории, которая вам крепкие ребята держатся. Будьте осторожны, вы свободны. У нас есть три точки высадки. Операция «Нептун», говоришь? Ну, погнали. Вот нахрена мне опять дровейк этот дает? Зачем мне он нужен? Для чего? Что я с ним буду делать? У нас вот все. Так, Спрингфилд, я не знаю, брать, не брать. Вперед. Вперед, ребята. Начинаем. Нет ничего прекраснее, чем сладкое чувство резкого рывка, дающее тебе знать, что парашют раскрылся. Сержант Эдвард Бёрнс. Брешь. Итак, кого армия доверяет больше всех? Десантникам. Кого девушка любит больше всех? Десантникам. И кто у нас изобрался всех? Дальше десантов. Итак, вперед, парни, давай. Где нас боятся, нам надо это доказать еще раз. Вперед. Во. Где наша безопасная точка высадки? Ё-моё, там тигр, что ли? Не очень-то радует меня перспективы. Так, давай, 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 давай. Зачисти пулеметные гнезда. Понятно. Гасился, что ли, типа, да? Товарищ, блин. Охереть, это сука. Я американо, да? Так, что выше надо подниматься или как? Ты его убьешь, нет? Или мне все делать опять? Так, отлично. Класс, все, выходим. Отморозки. Радиооборудование, так, взрывчатка, пулеметные гнезда. О, да.
О, нам дали двойной магазин, да? Пошли, 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 пошли. Так, оставили мы их без связи. Ну тогда все, чешем отсюда. Кончились. Ну, давай. Ну с них же выпадали эти автоматы, я же прям видел. Почему мне не дают патроны-то к ним? Я прям выхватил сейчас с этого. То есть я, блядь, в него сейчас просто стрелял прям в упор, сука, и он живой сидит до сих пор, блядь. Ой, блядь, вот эти моменты порой настолько тупые, блядь, бывают. Вообще просто, блядь. Ну, правда вот. Давай быстрее шевели поршнями, блядь. Найди проход, как ним подняться, каким уродом, блин. Ай, как она порой вот эта игра прям, она начинает раздражать прям. Сука, вот как я должен сейчас ним подняться здесь, а вот как? Где этот проход, сука, мне искать? Блять. Чувак просто бегает вообще. Вернулся я что, обратно что ли? Здорово. Помоги!
опять нихера патронов нету. Да что такое-то, а? Да запрыгивай ты уже, ёб твою мать, блин! Зарубы еще там. Особенно, когда ты один начинаешь что-то исполнять. Противотанковые гранаты получены. И что дальше-то? Уничтожить танк «Тигр» — это все, что ли? А, немецкие гнезда остались какие-то. Где? А где мне искать этот противотанковый гранатомет-то, блин? Что-то я его тут не ощущаю нигде. Если честно. Надо где-то найти этот Панзершрек, да, или как там его правильно называется. Ну, судя по тому, как я хожу, значит, он где-то здесь должен быть. Не, ну это же боеприпасы, нахера они мне нужны-то? Ладно, давай, окей. Да иди ты, чё ты встал-то, блин? И так радости хватает. Чё ты тут тормозишь, блин? Чё сюда приперся? Вообще ничего делать не надо. Да орёшь-то, блин. Они как тараканы пропал, убегали, блин. Нет,
ростер жизнь, блин. Так, отлично. Ну что ж, остался только танк Тигр. Как мне его завалить, я не представляю. Я не знаю, где найти эту ракетницу. Просто не знаю, ребят. Гранатами, что ли, его кидать? Да это бред. Взорвется. Все-таки с гранат. Отлично. Так, ну что, парни, вперед тогда. Я не надеялся, что он с гранат взорвется. Так, ладно, парни, вперед. Опять Тигр, что ли? А, сейчас же будет очень жестокий момент такой в игре. Сейчас этот Тигр раздавит наших парней. Я ранен. Я вижу их. Сейчас будет такая сцена прям жестокая. Ну что сделаешь? Это война. На войне нет нормы морали. Сукины пидорасы, блядь. Дайте мне, блядь, гранату нахуй. Сейчас его взорву, сука. Здрасте-то, блин. На, сука, тебя сейчас закидаю этими гранатами. Нафиг, сука. За наших пацанов тебе. Мразь, блин. Вперед, парни. Да что ты так кидаешь гранаты, так как дебилой ты, чувак? Можешь кинуть нормальные, как нужно. Вперед. Давай, 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 вперед. Так, что от нас требуется здесь? Выше, да? Так, подожди, сейчас я тут посмотрю. Так, отлично.
Так, наш конвой здесь, ребята. Похоже, наша работа поняла. Отлично. Панзершики здесь, да? Да, Шерманы здесь не пройдут. Отряд паусиков. Вперед, лица, нам нужно зацепиться. И зацепить этот мост. Так, вперед, парни, давайте. Жопа, а. Да завали ты его, ёб твою мать, уже сколько можно-то, а? Блин, просто вообще ни хера не попадает. Да блять! Теперь весь мост по новой опять. Класс вообще просто. Да нахрен. У нас давления никакого нет вообще. Ну возьми ты МГ-42, да лупи ты с него. Чё ты на него смотришь-то, блин? Чё с прицелом, я понять не могу. Почему точность не увеличивает? Интересно, если мы супать, что-нибудь даст это, нет? Вообще никто не помогает, ничем абсолютно. Просто в одну калитку играешь. И все. Да, ну понятно. Текстуры наши все, да, я так и понял. Вообще ни хера не увеличивает. Никакой точности нету абсолютно, то есть снайперки. Мало того, что отдача еще нереальная. Давай шевели батонами, сука, вот это вот херобора текстурная прям раздражает уже.
Ну в упор же ты в него стреляешь, что ты убить его не можешь, что ли? Опять тигр стоит. Что, за панзершеком бежать, что ли, бля? Придется, ладно, метнуться обратно. Давай, 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 братан. Ну, ну что? Придется, а что делать? Так, вот этот почему еще не умер, а? На, нахрен, мне просто по башке сейчас пролетело. И он уже зарядился. Когда ты успеваешь так быстро заряжаться-то, чувак? Просто расскажи мне, как ты это делаешь. А можно я тебя запишусь на курс, блядь? Куда пули летят? Я не понимаю. Так, тигр, да? Такое ощущение, что через него пролетает прям. Вот просто я прям отвечаю, что именно так и происходит. Париться, а? Ну понятно. Мост очищен. Сюда 100 медалей отправят, а то, конечно. Да ладно, нихера себе Шерман вот это им исполняет, а? Так, полковник Скоквейт, результаты операции САД. 17 сентября 1944 года. Это был наш первый дневной прыжок. В результате мы все серьезные потери. Но в сверхточетной схватке наш рот выполнил все задачи. И так полностью захватил мост Немегена, чтобы бритех не могла обратить нас в север в Арнаму. Капитан Кампана сообщил мне, что во время боя и фрейтер боя Траверс проявил себя, демонстрируя огромное спокойствие под обстрелом. И, соответственно, в этом принципе я повысил Треверса до Ефрейдера до Капрала. Нам еще не помешали бы такие солдаты, как Капрал Треверс. Итак, вы стали, ребята, Капралом, заработал я, правда, 3 звезды. Ну, ничего страшного. Всем спасибо, ребята, всем удачи, берегите себя в этих горячих прохождениях игры Medal of Honor Airborne.